Приветствует вас Юрий на своем канале Техник Универсал. Вы сами знаете, что я занимаюсь птичкой. На сегодняшний день я хочу вам показать видеоролик за индоутку французского направления, французской линии. Значит, чуть-чуть хочу рассказать, показать, что у меня есть. Значит, эта уточка, значит, она приняла более 40 птенцов. Такой же индоутки, от других мамаш, конечно, что-то было доведено в инкубаторе, что-то было выведено конкретно уткой. Так как все содержится в отдельном загоне, разные стадии и молодняка, и взрослые птицы с родительского стада совместно, маленьким приходится очень туго, тяжко, поэтому их приходится отсаживать вместе с мамашей. Бывает и под лампочку. Сейчас осталось под лампочкой у меня 5 штук, которых она не приняла от другой мамаши. А вот 4 поколения здесь находятся, которые она приняла. За ними насмотр, ухаживает, защищает, щипит. Щипит, вот она. И вот сейчас щипит. Ну, она меня знает, наверное, не будет как бы пугаться. Значит, этой уточке годик по возрасту. Значит, вес тушки килограмм 400, килограмм 500, килограмм 300. Вот средний вес у французской утки белой, индоутки, конкретно мускусная индоутка, щипуны их еще называют. Все это индоутка. Она белая, у нее есть черное пятнышко на голове, которое к 6 месяцам начинает исчезать, поэтому пол, это селезень или уточка, определить как бы трудновато, но дело не в том, рано или поздно все это узнается, значит, самец растет всегда быстрее. Вот обратите внимание, что у меня самые большие, самые крупные, там, это те, которые этот возраст, и вот по возрасту уже скоро месяц. Если не уже есть месяц, около месяца. Значит, предыдущая партия была, которая была в июне, в начале июня. В месяц эта птица была два раза крупней и уже с оперением. То есть не желтый пух, а именно уже перья. Значит, содержание этой птицы довольно-таки очень и очень и очень простое. Абсолютно никаких требований к этой птице нет. Единственное, молодняк боится ворон, боится ласки, хорьков, крыс, ну, как бы грызунов, всех вредных грызунов для птицы, а также боится дождя. То есть пока у птицы пух, и когда большое количество, то есть сама уточка не может крылышками прикрыть во время сильного дождя, а летом они редкие, но сильные, и намокает пух, и от переохлаждения, обычно это все ночью происходит, молодняк, индоутята могут погибнуть. Вот. Или их надо класть под подогрев, под лампочку, как это мы делаем, если вдруг намокли. А так делается какое-нибудь укрытие для них там, где они содержатся. Вот мы сделали, то есть стоит баночка также с водой, стоит даже кормушки. Корм, до месяца я кормлю первые дни комбикорм для мелких, с мелким помолом делаю первые неделю, там, полторы. А дальше перевожу тем, чем я кормлю несушку. Но это только пока он молодняк. В месячном возрасте, то есть когда оперение уже образовалось, но вот у этих оперение позже будет, скорее всего, полтора месяца. В полтора месяца этих утят мы пересадим конкретно в общее стадо. Вот так вот. Кормление происходит этих уточек: пшеница, кукуруза, можно ячмень. В принципе, птица абсолютно всеядная. Но никаких дополнительных белковых добавок я не включаю. За исключением вот только первые там недели-полторы. И то, что входит
в общий комбикорм у меня для молодняка и для несушек корм, туда входит чуть-чуть белок. Но это только пока они малые. Как только они оперятся и подрастут, все переводится на пшеница, кукуруза и больше как-то семечко. И бывают какие-то отходы, ходят и больше, туда ничего не входит. Трава и зерносмесь. Больше я ничем не кормлю. Значит, если эту птицу откармливать для мяса, возможность такая есть. То есть корм, если будет высокобелковый и малоэнергетичный, то птица будет есть больше. Недостаток еще у этой птицы есть в том, что у нее нету прожорливости, абсолютно нет прожорливости. Они делают вид, что много едят, но фактически, практически они ничего не едят. Им кружечку насыпал или пол-литровая банка, вот на все это количество, пол-литровая утром, пол-литровая вечером. Вот ихняя доза, даже литра, они не съедают, это 40 штук вместе с мамашей. Вот как-то так. А крупные, которые уже выросли, они практически не ест. Вот траву и овощи, вот такие вещи, они как бы едят больше с аппетитом, чем все остальное. Трава вот для них это самый важный ингредиент. И он практически 70% может заменять все вот эти вот зерновые и все остальное. То есть зерновые это как добавка, подкормка, конечно, нужна, но все остальное это зелень, трава и трава, содержащая и овощи. Хотя овощи мы не даем, конечно, курочкам, они хоть яйцо несут, а эти несут яйцо, но яйцо почему-то считается, что утиное как бы несъедобное из-за сальмонеллеза, и курочек, и уточек всегда как бы содержат отдельно. Это такое правило, чисто выработалось такое правило, и стараться надо держать раздельно. Конечно, люди держат вместе, и мы иногда запускаем там отдельно, некуда запустить, запускаем, но это на время. Вот, как-то так. Значит, по содержанию, я уже рассказал, если нет мамаши, то под лампочкой, как уже пух стал большой, то есть 2 недели или 3 недели, в зависимости от сезона, холодно или жарко, прохладно или жарко, и выпускается уже на улицу под загончик или вот так на открыто вообще выпускаем, никуда не денется. Мамаша их зовет, и они к мамаше как бы всегда прибегают, то есть послушные индоутята. Все, по кормлению рассказал. Значит, почему я показываю этот видеоролик? Этот видеоролик я показываю потому, что вот говорят, есть мясного направления французская линия, есть немецкая линия, индоуток, конкретно индоуток. А я вам скажу такое, что ко мне приезжали люди, покупали где-то, кто-то где-то яйцо брал, кое-кто приезжал и говорил, брал все точно такое же, как у меня, то есть индоутка. Но если птенцов откармливать комбикормом, то в 3,5-4 месяца можно производить забой. И живой вес петуха, живой вес селезня может достигать до 7 килограмм. До 7 килограмм. Но это когда будет комбикорм для бройлера. А уточка может достигать там где-то 4,5 килограмм веса. Вот, как-то так. Если брать на тех кормах, которых кормлю я, то уточка, живой вес 2,5-2,800 до 3 килограмм. Это идет уточка. Это живой вес. Очищенная тушка, 1,4 кг, средний вес. Но у этого мяса вкус, как у дикой птицы. Нету абсолютно никакого жира, никакого постороннего запаха, вкусы дикой птицы. Я почему именно не нравится мне эта птица, вот я уже содержу ее 3-й год, то есть пошел третьи выводки у нас, уже подростки, третье поколение пошло, значит мы заменяем селезней, вот нам привезли, то есть я попросил ветеринара знакомого, если где-то что-то появится такое есть, он говорит, люди держат, но все такое же, как у тебя, ну вот я объяснял, что там 7 килограмм, что 5 килограмм уточка, он говорит, я такое не видел, и вот он недавно привез мне селезня, говорит, все, он свою работу сделал, уточки уже сели, потом этих двух удочек тоже отдам, все такое же, как у меня. То есть сказки и басни, что индоутка растет самостоятельно на простых
на простых зерносмесях и траве до такого веса, это, конечно, нереально. Но если подкармливать ее, конкретно кормить ее специализированными кормами, то она вырастает. Значит, специализированные корма. Что такое французская птица? Что такое французская утка? Это все для них отработано специальное питание. Значит, питание, поговорю, питание. Вместо воды дается только молоко. Это раз. Через день дается творог. Обязательно. До сколько сможет съесть. То есть через день кормится только творогом. Зерносмеси и все остальное. Вы поняли, да, что идет? Только чистый белок и на молочных продуктах, чтобы птица имела запах молока, сыра, имела запах сливочного масла, топленый вкус. Вот чего добиваются Франции. Ведь ихняя птица – это ихнее достояние. И цыпленок, там, табака, или зажаренный, или копченый – это ихнее достояние, это ихнее блюдо. И для них отработан такой рецепт. К сожалению, никто не будет давать вместо воды этим уточкам молоко. Соответственно, никто не будет давать им творог, не будет давать обрат, не будет давать все остальное. То есть, иногда, если попалось, то дали. Соответственно, каждый день это делать никто не будет. Потому что эта птица народная птица. Она стала индоутка, французская индоутка стала народной уткой. Есть еще коричневые, есть еще и черные, и белые, помеси всякие. Все, в принципе, это одно. Она уже стала наша, народная. Да, в домашних хозяйствах эту птицу встретить можно. Но если вы будете кормить, то есть вместо воды молоко, творог, белок, вареные яйца, вы сами понимаете, да, корм для бройлера, тогда, конечно, эта птица будет расти, как на дрожжах. Но стоит ли оно того? Это уже другой вопрос. Люди, насмотревшись видеороликов, купившие где-то яйца, приезжают и высказывают мне, что я чуть ли их не обманул. Я указываю, что это французская индоутка, французская линия. Но то, что она мясная и то, что она 7 килограмм, такого не бывает. Я объяснил, как можно добиться веса. А теперь я вам хочу показать другое свое стадо. Значит, потом мы вернемся по другой птичке, конечно, на другом видеоролике. Вот моя еще одна уточка. Она перелетела 30 метров от самого пастбища. И обычная индоутка, прокормленная этими кормами и выращена за того веса, то эту птицу на родительское стадо брать не рекомендую. Потому что птица должна развиваться именно как предназначено в природных условиях, тогда и она будет давать. А ту птицу, из которой сделают бройлера, то есть это будет боец сумо, он будет сам еле передвигаться, этот и селезень, еле передвигается. Вы представляете, да, если ему добавить еще 2-3 килограмма. И то же самое утке добавить 1,5-2 килограмма. Что получится? Она не сможет ходить, а не то, что нести яйца, да еще на них сидеть, и продуктивности никакой не будет. И если вам рассказали какую-либо сказку, посмотрите мой видеоролик, и я думаю, всем все станет понятно.